Здравствуйте, дорогие друзья и подписчики. Вот мои девочки усаживаются спать. Там наверху мой Петр Иванович, окруженный двумя беленькими курочками. Это твои любимые, я знала давно. Петр Иванович, что это твои любимые? Вот. Наверху это главари. Да, девочки, главари наверху сидят. Пониже, это уже пониже рангом. А ты, моя любимая, ты на самом нижнем ранге. А, это та курочка, которая у меня болела. А, чего ты на самом низу сидишь? Давай усаживайся, ищи себе место. Вот они нагулялись, натрудились и спадки улегаются. Ну, улегайте, сдавайте. Здесь вот собираем яички, которые они несут сюда, что уносят за день. Наносят за день, сюда складываем, потом убираем. Здесь вот за этой вот шторочкой это святая святых моих курочек. Да, Петр Иванович. Здесь они вот несут свои коки. Тазички убрала, они не умещаются. Просто постелила старые тряпки им. И здесь они несут. И закрываю шторочкой. Любит, чтобы было темно, уединяться, чтобы им никто не мешал. Вот такая вот шторочка у меня. На эту лесенку садится у меня только один Петр Иванович со своими двумя любимыми. И вот черненькая внизу. А здесь вся основная моя банда. Основная. Ну ладно, мои солнышки, спите. Отдыхайте. Мои сладкие. Ну, иди ищи место. Это ты у меня на самом нижнем этом, моя любимая, это самая моя любимая курочка, которая болела. Самый нижний ранг тебе достался. Ну ладно, что ж. Шишки там вон заняли. Самые главари. Так интересно за ними наблюдать. Такие смешные труженицы мои. Вчера снесли, вот их 23 штуки у меня осталось, курочки. 20 яиц. Сегодня 14. Такого вот каждый день. Несутся хорошо, молодцы. Одна курочка у меня старенькая, она умерла. Я не знаю, сколько ей было, но мне давала свекровь. Но года 3 ей уже, наверное, точно было. Она умерла. Здесь вот прямо у дверочки лежала. Я ее похоронила. Скрывать не стала. Проводить никакой операции не стала. Смотреть, от чего умерла. Пожалела. Ну все. Вот я хотела показать вам, как укладывается спать. Мои девочки, труженицы мои, любимые труженицы. Дай поближе тебя щелкну, Петр Иванович. Сиди, только не слетай.